Здорово, народ! Сегодня у нас мини-праздник, 100 подписчиков на канале. Это сумма небольшая, но вполне себе, я рад. Спасибо вам большое. Вот, вторая часть Секира, так сказать, на подходе, вот она. Так, мы закончили прошлое на том, что познакомились с бессмертным мечником. Нам отрубили ручку нашу отрубили, зато у нас есть теперь протез. Балдежный протез. Вот. А вот этой вот мадамы не было. Давайте с ней и поговорим. You truly returned from the dead. The power of the dragon's blood. I never thought I'd see it with my own eyes. Who are you? My name is Emma. I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However, my master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me. However, I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. I am a doctor, and I will assist you in that capacity. Вот так, значит. Кто-то послал ее, чтобы она нам помогала, так сказать. А флягу нам дал наш молодой господин. You made this gourd. Yes, it was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own. Even after being emptied, you will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? Yes. Medicinal waters flow from gourd seeds. Adding new seeds will increase the volume of these medicinal waters. If you find any, bring them to me. All right. Окей, это что-то типа осколочков, которые можно улучшать нашу фляжку. I'd like to make a request. What is it? Please show me your face. What? This white mark, is it a birthmark? No. Then, that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps, it's a symptom. Are you done? Yes, that will be all. I'm sorry. That was rather rude of me. Goodbye. Ну, вот так. На этом пока что все. Так, давайте посмотрим, что у нас есть за храмом. Может быть, что-то полезное. Не прогадал. Взять предмет. Легкий кошелек. Небольшим количеством денюшек. Окей. Его, скорее всего, можно будет открыть, и мы получим некое количество. Небольшое явно, потому что он маленький. Так, у нас есть какая-то пещера. Что у нас здесь? Что у нас в пещере? Прижаться. Закрыто с другой стороны. Какой-то короткий путь, наверное, или что-то типа того. Ладно. Так, у нас здесь бессмертный воин. Это у нас алтарь. Здесь мы уже все посмотрели в прошлой серии. Ну, путь у нас только один. Крюк. Ага. У нас есть крюк-кошка. Если есть кружочек, можем прицепиться. Хорошо. По мосту явно не пройти, значит, нам сюда. Оп. Неплохо. Так, это мы уже умеем тут проходить. О, карабкаться, хорошо. Окраины Асина. Асина. Я еще не понял, как. Буду Асина. Мне кажется, так. Так правильно просто. Так, внизу у нас ничего. У нас еще один алтарь. Давайте помедитируем возле него. Это, скорее всего. Угу. Найден идол резчика. Теперь вы можете магами переобщаться между активными. Угу. Это точки телепортации. Монеток у нас 0. Талисманчиков у нас 0. Бусины нет, воспоминаний нет. Жизнь 10, сила атаки 1. Невид помощь, невидимая помощь 30. Переместиться и отдохнуть можно.
Наверное, когда мы будем отдыхать, у нас будет восстанавливаться все. Враги и так далее. Леденец. Когда мы его схаваем, у нас по нам будет меньше урона проходить. Если я правильно понял. Так. Эй. Ну, заберись, пожалуйста. Спасибо. Оп. Оп. Ага. Окей. Нам надо чуть-чуть. Ага, сбор трофеев. С помощью врагов можно расстрелять, собирать трофеи. Удерживать Е, чтобы собрать трофей. Подойти к игровому предмету, нажмите Е, взять предмет. Окей. Тихо, 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 я еще не это. Не пугай меня, пожалуйста. Сбор трофеев. Глиняный осколок. Это тоже что-то, чтобы отвлекать врагов. У нас было в прошлой серии пепел. С какого-то там очага или что-то типа того. В этой же мы нашли осколочек. Окей, не думаю, что мы очень сильно будем этим пользоваться, но есть и спасибо. Вот. Скрытый удар. Сверху. Окей. Так, Ю. Так, а скрытый удар на кого? А здесь кто-то есть? Потому что, ага, вот. Хорошо. Есть такое. Собрать. Оп, монеточки. Хорошо. Так, проверяем, что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Давай пойдем посмотрим дальше. Снизу, сверху. Надо все проверить. Как я говорил, мы будем по чуть-чуть, так по чуть-чуть, но проверять. Не знаю, как насколько это выйдет по чуть-чуть, потому что это может выйти в то, что я буду каждый уголок просматривать. Ну да ладно. Поначалу, я думаю, можно. Можно себе это позволить, прямо вот в самом начале. Чтобы понять, что, где и как. Вот, к примеру, еще одного можно убить сверху. Хорошо. Я сразу вам скажу, буду пытаться парировать. Буду пытаться учиться парировать, потому что... Из кучи видосиков, обзорчиков и так далее, я понял то, что парирование это прям главное в этой игре. Дрожешки еще. Хорошо, приятно. Прям главное это парирование. Остальное как бы как-то сложится. Вот, вот что я скажу. Поэтому... Так, что у нас здесь? Угу. Так, вроде ничего такого. Давайте вот чуть-чуть поползаем. Точно все собрать. Опять осколочек, не особо полезно. Но в начале особо полезных предметов-то маловероятно, что будет. Наверх можно? Можно. Хорошо. Оп. Опять пригоршня пепла. Ай, заметил меня. Он довольно необычно атаковал. Я почему-то привык уже то, что они атакуют. Так, еще один леденец, который уменьшает физический урон, который нам проходит. По которой. Так. Угу. Здесь мы вроде все проверили. Вот еще можно собрать. Еще дрожешки. Хорошо. Теперь у нас три дрожешки. Тихо, 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 туралей.
Ладно, такое тоже бывает. Видимо, придется хлебнуть. Враги не убьют, я сам себя убью. Окей, собачка. Окей, окей, окей. Смотри, с ними пока легко. Легко, легко, легко. Хорошо. Я сам себе страшный враг. Потому что... Кто мог подумать, что я просто упаду с обрыва? Ну, ясное дело. Кто еще на такое способен? Потерять почти все жизни. Ладно. Что у нас здесь? У нас здесь петух. Окей. Что это такое? Какой злобный. Злобный малый. Ладно, что у нас здесь? Так, угу. Колесо для сюрикена. Химическое устройство создано гениальным. Можно установить в протез синоби, и у нас будут сюрикены. Угу. Установка инструментов в протез. Это мы поняли. Это я понял в прошлой серии, то, что так можно сделать. Окей, окей, окей. Так, у нас здесь есть идол. Поэтому давайте... Ну, давай, 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 давай. Что такое? Так, отдыхать мы не будем, потому что... Все возродятся с шансом в 100%. А мне этого не хочется прям вообще. Так, что у нас здесь? Еще какой-то... Еще дрожжешка. Приятно, вкусно, спасибо. У нас есть какой-то самурай сильный. Почему сильный? Потому что, ну, он отличается от других. Опасные атаки. Некоторые особо опасные атаки нельзя блокировать. Каждый такой тип атаки требует определенной реакции. Последний момент. Атаки. Так. Правая клавиша мыши в последний момент во время вражеской атаки выпада отразит спейс в последнем... Что? Ладно, это сложно, я почти ничего не понял. Нет. Так, если вас сбили с ног и лишили концентрации, спейс лишит, выполнен перекат, окей. Это мы тоже поняли. Ага, вот эти специальные атаки, так сказать. Не надо. Надо покушать дрожжешку. А где он? Вот он. Он пока еще загрен на меня. Давай еще одну дрожжешку съедим. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ты дуралей, конечно. Давай наверх. А если у него агр спадет, то... То что? То он восстановит себе кружочек, правильно? Где ты там? Ну отстань, отстань. Нет, ну это будет глупо с ним сейчас драться, поэтому... Поэтому давайте вот так. Отдохнем. Черт, я истратил 3 дрожжешки, у меня больше не осталось. Или подожди, они тоже восстанавливаются? Что? Или у меня их просто было больше, чем нужно? И... Ладно, мы это еще проверим. Но мне кажется, они не восстанавливаются. Мне кажется, вот они как раз... тратятся.
А я? Запинал его просто. Бусину получили. И семечко тыквы получили. Хорошо. Я его как-то умудрился просто запинать. Я решил, ну, почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать? Вдруг получится, так сказать. Не прогадал и получилось. Вот так. Вот так везение, так сказать. Ладно. Ладно, с этим разобрались. Он, видимо, был такой, как мини-босс первый. Первый мини-боссик, поэтому он был куда сложнее. Две хпшки, все дела. Так, давайте теперь пойдем по правому краю. Посмотрим, что здесь, как и где, и кто. И... Ну и в общем, вы поняли. Так, ходит один чубрик. Есть такое. Отойди от стены. Ага. Ой, тихо. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй, вообще дурной. А это что? Это кто? Это, ну, законно вообще? Глиняный осколок. Дружище, давай не надо. Пожалуйста. Нет. Еще один? Да ладно. А он прям сюда идет. Прям так. Ну, я на такое не согласен, поэтому я по-тихому где-то отсижусь сверху, а потом на тебя спрыгну. Так, еще. Так. А не многовато ли у вас случаев? Так, дрожешки, подожди. Я сдаваться не собираюсь, поэтому как-то досправимся. Камни в меня кидают. Мартышки. Нельзя такое делать. Черт. У меня была тактика, я ее придерживался. И собираюсь придерживаться. У нас здесь шар богатства, наполненный водой, благословенное богатство. Если лопнешь золотой шар и помолиться, те, на кого пойдет эта вода, временно будут получать больше денег. То есть для фарма. Окей. Довольно полезная вещичка. Так, давайте дрожжешку еще одну скушаем. Посмотрим, здесь у нас ничего. О, дяде не надо. Какой настырный. Наверх. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего такого вроде. Так, смотри, музыка закончилась. Значит... А, ты козел, давай. Окей, с горем пополам, но разобрались, смотри. Нет, я на такое не согласен.
Смотри, мы будем выжидать. Мы выждем, пока закончится музыка у нас. И просто прихлопнем его ударом сверху. Смотри, он вроде бы подуспокоился чуток. Черт, ну как так? Надо еще подождать, пока он станет желтым, и я думаю, тогда удар сверху сработает. Так, он прямо здесь. Тихо, ты меня не слышал, понял, нет? Есть такое. С тебя... 11 монеток? Серьезно? Нет, ну это... Ладно. А что поделать? 11 монеток это 11 монеток, да? Вот шарик надо было лопнуть. О, а ты кто? С тобой можно поговорить. Странная бабуля, давай с тобой. Подожди, а это кто? Sir, my name is Inosuke Nogami, a vassal of the Hirata family. Or at least I was. I ask a favor. Might you look in on the old lady in that house? She's my mother, but her mind is failing. She cannot tell one from another. Ah, sir, please. Look, she doesn't know who anybody... She may have lost her mind, but... She's still my mother. Так вот, где ее сын. Колокольчик Кура. Амулет колокольчика старой женщины. Она попросила принести его в дар Будде. Такие амулеты дают владельцам защиту Будды. Стать с хорошим тоном. Рассказать, как это делается, может резчик. Эй. Inosuke, my son. Have you offered the bell charm to... Have you tried the rundown temple with that stubborn sculptor in it? Mm-hmm. I'm sure you'll find Buddha there. Окей, окей, значит туда. Так, а теперь ты мне что расскажешь? Sir, I wanted to thank you for humoring my mother. That bell's troubled her for a long, long time. She kept muttering incoherently. Something about offering it to Buddha. Sir, I wanted to that bell's troubled her for a long time. Так, у нас теперь есть еще один какой-то, так сказать, артефакт. Атака петухов. Это как так понимать вообще? Слышишь ты? Легкий кошелек. Приятненько. Это что? Еще один кошелек. Еще один кошелек. Это то, что деду надо. Петухи какие жесткие. Так, видимо, здесь... Ну, на этом все. Туда я прыгать не хочу, потому что, скорее всего, упаду. Сверху у нас ничего. Подожди, давай посмотрим, что у нас здесь. Потому что выглядит довольно-таки подозрительно. Так, смотри. Раз, два, три, четыре, пять вон наверху.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у меня почти нету жизни. На это все. На это. На этот беспорядок, беспредел. У меня нету на это просто жизней. Так, что у нас здесь? Ага, отсюда-то мы и пришли. Так, если наверх вот сюда. Здесь мы забрали. Ага, смотри. Это палатка. Ай-яй-яй, почти забрался, слушай. Видимо, придется нам как-то вот, вот сюда идти. А больше-то выбора у нас и нет, если че. Так, один есть. Это чего было такое? Ракетница? Кто разрешал ракетницу в это время этот изобретать? Не понял. Ты, да? Давай наверх. Тихо, дуралей. Понял. Давай мы с тобой как-то договоримся, как-то. Ну, договоримся. Так, я даже не прочитал, что это за леденец, потом прочитаю. А, тот же самый. Окей. Я опять на грани смерти. Мне такое не подходит. Что, он до сих пор в меня стреляет? Что, псих? Успокойся. Пожалуйста. Да ну. Что? Я как-то умер от взрыва чего-то там. Loyal wolf, take my blood and live again. Умереть или воскреснуть? Давай воскреснем. Воскрешение. Кровь божественного наследника дает возможность восстановиться... Восстать из мертвых, используя способность к воскрешению. Одну единицу воскрешения можно восстановить, отдохнув у идолорезчика, дополнительные единицы, убивая врагов. Ага, вот эти вот... штуки цвета сакуры. Лишь убив достаточно врагов. Окей. Не убивай, пожалуйста, мирных жителей. Так, купить предметы. Что у тебя есть? У тебя есть дрожжешки, противоядие, леденец, легкий кошелек и петарды. Петарды их можно вставить в протез. А вот это приятно. Леденцы. Мощное противоядие. Снимает яд. И так понятно. Что у тебя еще есть? Петарды. Подожди.
Where you find the departed, you'll find the memorial mob. Just like the crows. Wherever your travels take you, make sure you bring some offerings with you. Подношение. Так, инвентарь, смотрите. Давай используем 3. Есть такое? Купить предметы, петарды, да. Так, дрожжешки, противоядие. А у меня вообще ни одного противоядия, поэтому я возьму одно. И все. И пока на этом закончилось у нас все. Так, если что, напомню. Говорит, не пугать ворон. Хорошо, не будем. Так, давайте... Что сделаем? Давайте убьем его. И пока эту серию закончим на этом. Потому что нам надо к резчику. У нас есть сюрикены. У нас есть петарды. И эту локацию мы практически закончили. Дальше начинается, ну, следующее. Какой-то замок большой. Поэтому... Вот так, по-тихому. Мы умные синоби. Нам лобовую не надо. Черный порох. Черное вещество, основной ингредиент пороха. Используется для алхимических улучшений протеза, в том числе взрывами, техниками, даже самому персональному типу пороха можно найти массу применений. Окей, мы еще что-то получили, что-то, ну, вкусненькое, так сказать. Так, еще дрожжешки. Там что-то внизу, там что-то вверху. Здесь у нас костер, кострище, я бы сказал. Костер — это обидно для него звучит. Кострище, прям здоровый такой, нормальный. Вполне себе. Так. У нас какой-то проход. Ага, это просто путь назад. Чтоб долго не бродить, не ходить. Потому что здесь мы уже все просмотрели. Вот, смотрите. Я увидел... Смотри, что нашел. Тихо. Не прижаться, не надо прижиматься. Торговец есть, все есть. Все друзья. И это мы посмотрим в следующей серии. А пока. Спасибо большое еще раз за 100 подписчиков на канале. Это будет 24-е видео. 24-е видео на моем канале. Так сказать, небольшой праздник. Вот. Мы здесь отдыхаем. И продолжим в следующей серии проходить Секира. Пока что мне нравится. Напишите ваши... мнение, так сказать. Что вам, как вам? Может меньше болтать, может больше болтать. Может вообще не болтать и прекращать это делать. Ну, в общем. Еще раз, спасибо большое за 100 соточка. Вот. Увидимся в следующих выпусках, сериях и так далее. Спасибо большое и пока-пока. Как это...